случайно наткнулся сегодня на твой видос 9-месячной давности 419 метров до велосипедиста, я удивился, как ты молча обработал этот килл с 419 метров. Наверное, сам сидел и думал, не сею я могу. Ну а спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xBet. 1xBet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Насчет промокода, который вы видите на экране, данный промокод дает бонус до $520 на первый депозит для новых пользователей. Так что, кому интересно, не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки и промокод будут в описании и в комментариях под этим видео. О, нифига, вторая амуниция. Нехило. Легкая рукоятка. Вот это, конечно, не особо круто. Хиляемся. Я прикалываюсь с того, что прошло 9 месяцев, хотя это было прям вот, ну, только что реально. Это бодрое месилово сейчас было на этом кемпе. Всех победили, Вектор имба. Так, что, нам куда-то надо, куда-то в зону бежать. Можем вот эти вот кемпы. Вот эти сейчас порядку будем двигаться. Хилов нет, нужно где-то все это найти. Что-то облутать, либо кого-то облутать. Так, давайте вот это. Где-то тут неподалеку был взрыв С4. О, С4 бомбы липучки. Слышу челиком. Железобетонно мощно. Вот сейчас, кстати, очень-очень эффективно получилось. Спонсор Фауста. Как будто бы еще какие-то звуки. Так, ну вроде бы это не в этом здании. Что-то подальше, но мне это может казаться. Ладно, тут никого. Сейчас выиграем Каракен. Чисто по приколу, ради контента вернули Каракен, берем, выигрываем Каракен, на шоп пригодится. Сейчас главное дурацких ошибок не допускать, реально ничего не лагает. Чувствую себя комфортно. Полностью контролируем процесс. Единственное, хилов ни хрена нет. Понятия не имею, где их искать. Давайте в следующий кем двинем, он вроде бы ближе к зоне, ну и как раз, может, кого-нибудь найдем там. Написали, соскучился по Каракину уже, но Парама, конечно, лучше. Не, Парама... Зачем вы пробудили Вилмака? Спасибо, спасибо огромное. СЛР, подождите. СЛР, ну тут уже... Чё, тут уже понятно. Уже поздновато для нее, но ради контента давайте возьмем. Чисто, может, там кого там успеем... побрить с этого оружия. Без обвесов, конечно. У Вилмак, кстати. Хана, я чисто лутаюсь. Топ-17 нашим. Ну а что? Ну а что? Был где-то компенсатор. Ну это уже ладно. Опа. Двушка. Ну это, кстати, сейчас мы кайфанем в этой перестрелке. Это будет реально классно.
Сущий кайф. Ну, одна тычка есть, я не знаю, может быть, я его как-то расстроил сейчас. Давайте вот файт поближе сделаем, примем в нем участие, потом вернемся туда. Тут чел забегает в кем, будет нам очень сильно мешать. Я видел, как он сюда сбежал. Но почему-то... Слышать его не слышно. Нет, двушка это сущий кайф. Вот это, ну, в натуре расслабон. Вот на караке не зря я взял СЛР, если честно. Сейчас, походу, буду ныть на это оружие. Контролим край карты. В любом случае, время есть, мы, если что, обратно убежим. Какой-то движ там происходит, все ребята снизу выходят из зоны. Ой, вижу. Так, ну меня ж не зацепит, правильно? Я вроде бы не прям в домике нахожусь, да? Ну это было очень быстро. Я стоял тут полторы минуты, чтобы сделать этот килл за полсекунды. Давайте еще посмотрим, может быть, кто остался, может быть, он просто от файта убегал в зону. Сделал выбор, что убежать в зону важнее. Вижу. Та ёптель-моптель. Не, вот вектор точно имба, вот это я могу точно сказать. Блин, с легкой рукояткой стреляем и вообще не влияет, да? Так, хил, пламегаз. Хил. Так, еще аптека. И щит заберем, не знаю, вдруг пригодится. Чисто вот, ну, на всякий случай возьмем. Не, ну СЛР без компенсатора, без задника, с двушкой, это просто ад, это реальный ад. Но я хочу кого-то завалить все-таки с ними. Говнюк какой-то. Хил. Я не знаю, откуда по мне попали, если честно, но хиляюсь. Оп, живем. Опасненько, сейчас забегаем в зону. Но тем не менее забегаем. 6 хп на бронежилете. Это же труп? Да, это труп. Нам сейчас в идеале найти бронежилет какой-нибудь фуловый, второй. Это было бы прям топ, это было бы прям то, что нужно. Первый. Ну хотя бы так. Это ужасно, но хотя бы так. Чел. Ну все, мне кажется, у него сейчас мы как раз броника заберем. Да, броник был, пойдет. А, компенсатор. Вот уже веселее СЛР-ка выглядит. Так, это выкинем, заберем. Аптек. Вот тут пока постоим, вроде бы неплохое место, играбельное. Смотрим, не обходит ли нас никто нигде. И, ну, в принципе, позиции у нас хорошие, играбельные. В упоре нас, я думаю, точно никто не перестреляет, если я прям фигней заниматься не буду. А на дистанции уже будем смотреть. Будем смотреть за ситуацией. Тут все еще могут обходить, в принципе, подниматься по рельефу я там не видел. Сейчас вот так проверим.
принципе, никого. Топ-6 уже для нас. Походу, мы сейчас реально форманем этот топчик на Каракине. Так. За горки не чекают. Сюда. Все. Я понял свою ошибку. Буду брать вместо SLR Юмпу. Да, можно. Спасибо. Можно и Юмпу, можно и Вектор. Вот в нашем случае Вектор. Но вообще Юмпа точно так же работает, поэтому да, нормально. Это хорошее решение. Вот это рабочее точно, да. Тут ничего не скажешь. Спасибо, Евгений Кузнецов, за еще один ваш донейшн. Придумали прикольно, да. Так, флешечка. Ну, флешечка говно, я так скажу. Хрен знает, никого не видно. Четыре противника. Где-то сидят, а где не ясно. Пытаюсь чекать сразу все. Компенсатор, который нам не нужен. Шлем, если вдруг наш шлем закоцается. Слышу. Лови, бро, флешечку. И бомбу-липучечку. Вот это я дебил. Бомба-липучка прям вообще кринж. Все, убили. Ну так, нормально, нормально. Все в совокупе сработало. А теперь мы full open поле. А тут вот прям только так. Вот этот камень, кстати, более-менее интересно выглядит. Довольно большой камень. Мне кажется, нам вот как раз-таки такой камень сейчас и нужен. Три противника осталось, 9 скиллов мы уже накидали. Вот так вот выглядит мой скин. Зона, зона интересная, зона у нас. Надо бежать вон туда, наверх, направо. Там, конечно, кто-то может быть, но тут зона. Так, что за флешка? Это флешка была после файта или до файта? Если после, то все два противника находятся там. У них там сейчас нет зоны. Да, да, я думаю, два противника все там. Ну все, перекрываем, забираем халявный, по идее, топ-1 на Каракине. Я хоть один килл с SLR сделал, мне интересно, меня попросили поиграть с SLR. А я вот взял SLR, бегаю с ней. Надо попробовать поиграть. Просто я вот иногда не понимаю, зачем, если есть Вектор, к примеру, да, он справляется гораздо эффективнее. Блин, а вдруг сзади реально противник? Вдруг там флешки такие, чисто поприкалываться? Я кого-то видел вот тут или нет? Понял. Ну блин, урон есть, урон есть. Я там его почти убил, его добили. Считайте, 10-й килл у меня подсосали. Этому тычку тоже дал. Но шансов у него ноль. У меня позиция самая универсальная в мире. Если я проиграю, я днище, можете меня больше никогда не смотреть. 100% финал. Пахнет 100%. Прямо 1000% финалом. Не, ну я решил, конечно, сейчас немножечко подобозориться. Пострелялся с СЛР. Давайте кинем такую бомбу-липучечку. Ой, какая прикольная бомба-липучка. Ой-ой-ой. Это забейте, все. Ну это вообще, вот это финал, который, в принципе, ну прям идеальный. Вы видели, как она упала? Кто смотрел?